А сейчас мы покажем вам то, что называется 25-м кадром. Зрительный образ, который появляется на экране на очень короткое время, и сознание не успевает оценить его критически. Такие образы, как правило, записываются прямо в подсознание, как гипнотическое внушение. Мультфильм «Красавица и чудовище». Вы что-нибудь поняли? Тогда давайте смотреть по кадрам. Немолодая, некрасивая женщина с чертами, искаженными раздражением и ненавистью. А на руках у нее сразу не разберешь, то ли поросята, то ли человеческие младенцы. Более отвратительный и неприглядный образ матери невозможно себе представить, потому что он совмещен с внешностью разъяренной свиноматки. Верующий человек сказал бы, что это инфернальная пародия на Богоматерь. А на заднем плане, над всем этим и выше всего этого, видна прекрасная героиня. Эта метафора воспитывает у девочек отвращение к материнству вообще и к многодетному в особенности. Либо ты хочешь стать такой же уродливой, старой и бедной, тогда будь матерью, либо вечно молодой и красивой, тогда не рожай. Девочкам как бы предлагают выбор, который на самом деле выбором не является, потому что решение насильственно, замаскированно вкладывается в подсознание.